Этого события жители Чембурки ждали более 20 лет. Сегодня в хуторе свои двери распахнул новый клуб. Небольшое, но очень востребованное культурное учреждение появилось благодаря усилиям городской администрации и помощи депутата совета. Со знаковым событием хуторян поздравил глава города Юрий Поляков. Я надеюсь, что в этом доме культуры наши детки будут расти, развиваться, получать массу воспитательной работы, ту, которая нужна. Еще раз поздравляю вас. Поздравляю вас с новым домом культуры. Все это будет работать на нашу молодежь, на наших детей, на наших жителей. И хочу выразить от себя лично большое спасибо главе города-курорта Анапы Юрию Федоровичу Полякову за его поддержку вот той инициативы, что проявила Нила Николаевна. Я думаю, что вместе вот это все и получается. Исторический момент. С сегодняшнего дня культурная жизнь небольшого населенного пункта заиграет новыми красками. Своего дома культуры в хуторе не было более 20 лет. Средства на реконструкцию старого пустующего здания выделила депутат горсовета Нина Баклина. Городская администрация помогла с оформлением документов. И вот уже на собственной сцене выступают местные коллективы. Долгожданное событие для всех жителей поселка Чембурки, и они с удовольствием сегодня пришли на этот праздник. В преддверии Нового года на самом деле чудеса сбываются. Здесь откроются кружки для детей, для молодежи. Огромное спасибо депутату Баклиной за то, что восстановили и сумели реконструировать из здания бани, сделать современный со всеми коммуникациями дом культуры. Клуб уже закуплена мебель и все необходимое оборудование. Теперь жителям Чембурки не придется возить детей в город на досуговые кружки. Здесь, кроме детского сада, как бы никаких развивающих каких-то там кружков, чего-то такого нет. И куда-то ребенку пойти, не просто как бы на асфальте там в мяч погонять, а куда-то сходить, допустим, там порисовать там или полепить. Но я надеюсь, что здесь такие будут кружки. Вот. Поэтому, мне кажется, это очень здорово. Новый клуб ждет своих посетителей уже со 2 января. На новогодних каникулах детей будут развлекать спектаклями, конкурсами и выступлениями творческих коллективов. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа регион.